Капитальный ремонт в Белгородской детской школе искусств номер 1 – острая необходимость. Батареи текут, потолки и плитка обваливаются, окна буквально стерлись в труху. В такой обстановке к стенам страшно прикоснуться, не то что к искусству. Мы уже не справлялись. Мы боялись, что здесь в зале кто-то из детей провалится. На голову детям падали уже плитки, в прямом почти смысле. Участились протечки на кровле. Теперь проблема будет решена. Заменят фасад, отопительную и пожарную системы, вентиляцию, кровлю и окна. Сумма финансирования более 80 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». Будет особое внимание уделено обеспечению безбарьерной среды для доступа маломобильных групп населения. Все работы планируем завершить к 20 августа текущего года. Школа искусств была открыта более 30 лет назад. Капитального ремонта здесь не было все это время. Сейчас мы находимся в концертном зале. К концу лета он должен преобразиться до неузнаваемости. Здесь появятся новые сиденья, обновится система освещения и станет намного уютнее. Пока школа искусств на ремонте, ее ученики продолжают занятия на базах других творческих центров. Ребят духового отделения приютил Белгородский центр народного творчества. В центре народного творчества нам очень комфортно в плане того, что нас приняли по-доброму, наши пожелания все учитывают, нам идут навстречу. Всех преподавателей разместили согласно их нагрузке. А вот юные хореографы школы искусств расположились во дворце детского творчества. Новое место репетиции никак не отражается на качестве занятий. На сегодняшний день учащиеся располагаются в учреждениях культуры города и в учреждениях дополнительного образования. Я прошу с пониманием отнестись родителей, ввиду того, что тот масштабный перечень ремонтных работ не позволяет осуществить его только лишь в каникулярное летнее время. Обновленная первая детская школа искусств Белгорода вновь отворит свои двери с началом следующего учебного года. Михаил Перетокин, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.